школьную там программу прохожу. Это что такое? Гоша, ну, а зачем? Что, ну, это типа, такое? Я... Это твои фильмы, да, такие? Ну, в смысле, ну тут как бы вот актрисы после съемок, они тут отдыхают, они же устают очень, знаешь, вот после. А съемок... почему девочка на шесте танцует? Заходи и подписывайся на канал Вау Лера. Здесь ты сможешь найти кучу интересных лайфхаков, смешных челленджей, влогов, обзоров и многого другого. Если ты заинтересован, то заходи. Ссылочка будет в описании. Ой, девочки, неплохо отдыхаем, да? После съемок, после тяжелого трудового дня. Ой, посидите тут, я сейчас приду, пойду на улицу свежим воздухом подышу. Ой, что-то я напарился в этой... О, здрасте, что-то я напарился в этой бане. Ой, вам привет. Ой, нужно надо... О, пососед новый. Какой-то псих, да? Ладно, что-то странное он какой-то, сумасшедший. Главное, чтобы не мешал и ночью не орал тут, не мешал нашим съемкам. И все будет нормально. О, все, отдохнул, можно к девочке возвращаться. О, девочки, я иду. Ох, соседушка, сосед, открывай дверцу, открывай, сосед, да кто открывай. Это? Кто это? Сосед, давай, открывай уже, ну. Ой, что тебе надо, а? Здравствуйте! Это ты вот этот новый сосед мой, да? А что тебе надо тут вообще, а? Да я тут просто приехал, ну, тут жить, в новый дом себе купил. Я хотел с вами познакомиться, как вас зовут, меня Женя. Ой, да у меня тут много всяких работ, сейчас вообще не для тебя, Гена, как тебя там? Женя меня зовут. Да, Женя, да, да, Гена, я все понимаю, я просто очень занятой человек, у меня целый день весь расписан, вот не смотри туда, у меня все занято, все расписано, вообще времени нет, чтобы знакомиться, Гена, да, Гена? Женя, да. Да, Гена, так что, малыш, у меня вообще дел тут нету, давай в следующий раз. А тебя-то как зовут, хоть познакомиться-то, давай познакомиться. Ой, ну ладно, меня дома. Дон Эдуардо, да, вот запомни, Гена, Дон Эдуардо. Что? Да, даун. Ой, ну для тебя как угодно, вообще для тебя времени нет. Давай в следующий раз, хорошо, давай. Хорошо, ладно, давай, пока. Всё. Даун, какие-то дауны тут живут. Ой, Гена. Ой, новый трудовой день, капут. Сегодня новый фильмец будем записывать. И ты, Диволя, тоже приходи, мы тебя ждать будем. Так. А у меня же актера не хватает одного на самую главную роль большого и толстого Джона. А может, этот сосед новый подойдет на самую главную роль? Он вот, кстати, на улице там что-то делает. Да, иди сюда. Ща мы его устроим. Сосед открывает! Гена, заходи. Я тут просто хотел спросить тебя, как там тебя зовут? Дон Эдуардо, заходи, Гена, ладно, заходи. Тогда, да? Не, давай. А, можно зайти, да? Да, вот сегодня садись. А что такие за штучки у тебя тут? А вот мои актрисы, я там режиссер, давай садись, Гена. Режиссер? Ты фильмы снимаешь? Я, ты Голливуд? Да, Болливуд, целыми днями фильмы снимаю, туда-сюда, садись, Гена, есть важный разговор к тебе. А что там такие штучки, тут такие снимают? Ты их смущаешь, Гена, садись, давай, нужно поговорить. Я Женя, а не Гена. Да, ладно. Я понял, Гена, что-то пить будешь? Конечно будешь, нужно выпить за встречу. Сейчас, Гена, сейчас мы... Когда... Алкоголь? А, конечно, алкоголь, это ж Болливуд, что ты хочешь, тут алкоголь целыми днями как бы пьется. Забери свои печеньки, вот всякое, вот, молочко, выкинь нафиг. О, Гена, давай. По одной, Гена, давай, готов, давай. Давай, раз, два, три. Короче, Гена. Я сразу полную бутылку выпил, хорошо? Да, все нормально, Гена. Короче, у меня к тебе предложение есть, Генуся. У меня тут главного актера не хватает на одну роль в моем новом... Да успокойся, ты еще с ними там будешь разговаривать, сколько влезет. Гена, садись. А можно еще пить хочу? Гена, еще по одной давай. Давай, Гена. Давай. Готов? Давай. Раз, два, три. Садись. А что мне там Гена говорил? Да, я штучки у тебя прикольные, говоришь, ты штучки. Да, короче, актер мне нужен на новую роль. Будешь, да, там. Да, я понял, согласен. Я готов на все, да, согласен. Будешь толстым большим Джоном, согласен?
А, да, я буду... Ой, короче, всё, хватит, Гена, пошли за мной, пошли, Гоша, ой, пошли. Ой, это что такое? Это ещё одна штучка, да, статус, кажется. Дон Эдуарду, я тут с ним... Да ты что с ними там замутишь? Пошли, Гоша, пошли. Вот смотри, тут ещё их двое, пошли, идите, смотри. О, смотри, какая! Купаться! Ой, да. Это что, баня, что ли, баня? Это баня в джакузи. Ой, ой. Особенно в одежде. Уже. Гоша. Согласен, да? На новую роль, да? Да, я на все согласен, на все согласен. Ну давай, Гоша, давай, до завтра. Я немного тут отдохну, давай. До завтра, я можно поспеху? Да, как, дай лучше домой, конечно, иди, Гоша. Да ты чё, дурак, ты сейчас захребнёшься, Всё, Гоша, тебе хватит на сегодня? Давай, пошли, я тебе провожу. Я пошёл, да? Пошли, да, ты можешь там, смотри, ой, ты дверь сломал, дебил, Гоша. Ой, я не Гоша. Ладно, Гена, как тебя там? Я попал, да. Давай, только не упади, спокойно. Ой, так я сказал же, не упади, Гоша, вставай. Давай. Всё, иду. Давай, до завтра. Завтра жду тебя на съёмках. Ой, как голова-то болит. Сосед! Сосед! Открывай, сосед! Сосед, ты как? Ты что, ты норм? Ой, Гоша. Ой, сейчас, башка, не кричи, башка разгаливается. Ой, офигеть. А что это вчера такое было? Я что-то не помню. Я что-то не помню. Мы вроде за встречу там по бутылочке молочка выпили, вроде что-то. Прикольно. Ой, Гоша, нужно похмелиться, давай по одной. Или... Ой, нет, я еще не буду, я уже не могу. Ладно, да, давай, знаешь, фильм снимем, да, но потом нужно отметить будет 100%. Какой ну фильм, вот нам нужно будет съемочки. Ладно, перед съемками... Какой фильм? Какой? Да я ж тебе сказал, большой толстый Джо будешь. Ты будешь вот в фильме таком играть. Какой толстый Джо? Толстый, большой, длинный Джо будешь. Ну, короче, я тебе потом сценарий покажу. Пошли. Слушай, я в туалет, может... Ой, это что такое у тебя? Ну, да ничего, это там награды мои, там Оскары всякие, знаешь, я же режиссер всякий там, за самую там важную, за глубокую роль. Пошли, Гена, да? Пошли. Ой, это еще штучки, да, у тебя тут ходят? Да что штучка, да, я актриса, не знаю, вот это вот. Слушай, я схожу пописать, можно, да? Ой, ну да, сейчас там вроде, да, там не смущайся, заходи, там одна бабуля сидит, да. А, я пока отдохну. Ты там все нормально у вас, Гоша, там познакомились? Да. Ой, фу, ой, как ой. Некультурно, ой. Кажется, вчерашнее пиво полезло. Ой, да я слышу, ой. я слышу, не только пиво. Да, сейчас Торыч помоет, так, ладно, штучка сидит. Все, я все. Ой, ну что, Гоша, пошли, я тебе покажу, вот смотри. А какие ты фильмы ты вообще снимаешь, ну-ка рассказывай. Да всякие, в основном боевики, там, знаешь, полно экшена от самого начала до конца, также всякие ролевухи, там, роуплей снимаю, типа, допустим, там, школьную там программу прохожу. Это что такое? Гоша, ну, а зачем... Что, ну, это типа, такое? Это твои фильмы, да, такие? Ну, в смысле, ну тут как бы, вот, актрисы после съемок, они тут отдыхают, они же устают очень, знаешь, и вот после съемок... А почему девочка на шесте танцует? В смысле, а вот у меня новый фильм выходит, там танцы, грязные танцы 38, знаешь, вот такие, типа, уже, ну, много вот этих, да, фильмов смотрел, там, типа, все танцуют, там, опа, так, и... Так вот, да, вот да, так? Да, вот так, типа, голова, вот так, и вот разминается девушка перед съемками, понимаешь? А такие детские, да, мультики снимаешь? Да, вот смотри, там, не, да, ну смотри, вот Оскар, видишь, Оскар стоит, вот, Оскар. Оскар, да, видишь. Это за мой прошлый фильм, там, горячие стюардессы, вот, ног. А, поед... Что, какие стюардессы? В смысле, ну, стюардессы, типа боевик, знаешь, стюардесс, там, короче, армию собрали, потом напали там на всякую такую. Короче, сложный фильм уже будет посмотреть. Давай, Гоша, валим отсюда, пошли. Ну, хорошо, слушай. Вот, смотри, вот тут у меня... Слушай, я, наверное, пойду домой, что-то я перехотелся, ты уже в твоем фильме снимался, наверное, пойду я домой. В смысле перехотел? Ну, ты подумай, Гоша, ты подумай. Не-не-не, что ты знаешь, я в твоей горячей стюардессах, я лучше вот дома у себя посижу. Ладно, давай, это... Пока, все, я пошел, пока. Ну, ладно, давай.
Девочки, девочки, не волнуемся, не волнуемся, скоро запись, мне нужно еще одного актера, вот, чтоб сосед, конечно, пришел ко мне, нужно ему еще раз предложить роль, а то фильм простаивается, никак записать не могу. Он что-то ломается, ломается, что-то там подозревает, у меня обычные фильмы, которые люди каждый день смотрят, а он что-то там ломается. Ладно, ладно, еще раз его встречу, вот, предложу ему там сумму прям нереальную за то, чтобы он снялся в моем фильме, вот с тобой, допустим. Ну что, жду, пока он придет. Так, так, съемочная площадка, всем внимание, съемки начинаются, девочки, прошу вас пройти вот сюда вниз за мной, давайте, давайте, я вас ждать не буду, съемочный процесс сейчас будет начинаться. О, вы уже на месте, ладно, давайте, давайте, начинаем, давайте. Давайте, давайте, поактивнее работаем, давайте, погрубее, давай, давай, вот так, типа, шнеля, шнеля, о, хендехох, ай, цвалера. Что такое ты тут снимаешь? Ну, Гоша, я уж думал, ты догадался. Я не Гоша, а Женя! Ну, Гена, ну... Ты не понял то, что я снимаю, ну вот всякие вот такие фильмы. Я же тебе сказал, горячие стюардессы, вот, 38-я часть, вот. Вот, я тебе вот это предлагал. Мне как раз сейчас роль нужна. Ты, там пара еще одна нужна, вот для этой Дивули будешь новым волосатым с Близзарда. Ты как, согласен, Гоша? Ага, согласен, давай. Ну давай, поехали тогда, давай. Давай, 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 поехали. Шнеля, шнеля. Давай, давай.